Прогони! 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 Человек сидит в клетке и взрывает петарды. Не петарды, а конфетти. Я думаю, что вообще не эти вещи производят впечатление на власть. Вот закон о Магнитском производит впечатление на власть. А это все производит впечатление только на таких же, как мы. Но это тоже важно, я думаю. Я так, для милиции, это для полиции это кипа такая. А на самом деле это вот символ. Символ того, что мы за этих девушек. Один смысл такой, чисто гуманистический, это поддержка девушек, которые сидят, очевидно, ни за что, да, и если здесь не будет никого, то им будет просто тяжелее значительно, когда люди становятся жертвой несправедливости, то, в общем, надо им выражать какую-то солидарность и поддержку. Но мне кажется, что здесь значительно более серьезный смысл. Дело в том, что это еще и сигнал властям, что люди с этим не согласны. Говорит он полканам, ментам и судьям: «А вы, судьи, шестерки мои верные, засудите мне девчонок красных Алехину, Толоконникову из арт группы «Война» и с непорочную Катюшей Самуцевич, чтобы ел я их на законных основаниях. А и судьи сидят, рядят один месяц, не находят оснований и законности, но девиц выпускать не решаются, да упрямо и тупо упираются». Почему эти девочки сидят, никто не понимает. То есть, вернее так, понимает один человек, наверное, но спросить его об этом невозможно, потому что он отсылает нас... отсылает. К сожалению, она так, в общем-то, большинство людей даже ничего вообще про это и не знают. А есть еще люди, которые что-то про это слышали и заранее абсолютно ничего про это, то есть не знают, но слышали, и заранее очень, значит, к ним негативно относятся, сами не знаю почему. Потому что это люди говорят, что их что-то оскорбляет, но это в основном такие люди, которые, как мне кажется, родились оскорбленными уже в принципе. Да, да. И вот складывается ощущение, что, в общем, они не услышат вот всех вот этих призывов гражданского общества, они не почувствовали этой опасности, они не понимают, что на самом деле чем дальше, тем значение вот этой акции этих девочек, оно возрастает. Закон не нарушайте. На что вы его?